очередная категория. First round. Прибивает. Боксерис Беларуси. О, еще раз. Ну, левша Беларусь. Попадает. Печени снова. Ой. Открывает рефери счет, ну да. Это было видно. Нормально. Пропускает. Очень. Вот такие у нас все были хорошие боксеры. Сейчас, слишком много. Закончился первый раунд. Расстановил Алтыхаев Асадбек Эркешев. Кандидат мастера спорта Кыргызстан. 2002 года рождения, боксом занимается 4 года. Еще боев не ведет. Призер чемпионата Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством тренера Эмира Калилова. Останавливать самим секундантам, либо нужно дать возможность им побороться, побоксировать. Дать шанс. Ну, тут, конечно, непонятно. Единогласного мнения, я думаю, что не будет. Есть? Тяжеловато, конечно. Размышлять, конечно.
должна работать, и по корпусу работали. Да? Ну и все. А печень четко пропустил сейчас. Но остановить надо уже так, секунду. Все, зачем уже дальше просто? Да? Ну все, все. Секунду решил, ты меня решил не продолжать произведение. Ну, правильное решение, да. Может, после первого нога мне было понятно. Ну, вот сейчас уже, да. Да. Ladies and gentlemen, it is fired by RSC Wong, the blue corner, Sauzky Diniz from Belarus.